Доброе время суток, дорогие друзья! Зовут меня Степан Левиновский. И сегодня я хочу вам продемонстрировать, как делать ежедневную квалификацию для получения денег в замечательном португальском проекте Либертажи. Итак, мы находимся на сайте компании. Для того, чтобы войти, нажимаем «Мой аккаунт» вот здесь. Нас перебрасывает вот на страницу, где мы должны заполнить эти поля. Наш email, которыми регистрировались, и паспорт. И нажимаем логин. На входе здесь вот есть объявление, мы можем его, конечно, перевести. Здесь вот на входы на разные, на Silver, на Gold, разные входы, их стоимость. Но если нам переводить ничего не надо, здесь вот тоже балансы, меньше на статус. Пока мы находимся на статусе вот бронзе, мое имя, вот мои данные и вот моя реферальная ссылка. Если вы хотите кому-то предложить этот бизнес, вот копируйте эту ссылку и передавайте ее другим людям, чтобы приглашать вот этот замечательный бизнес. Итак, для того, чтобы сделать, конечно, вы можете здесь походить, посмотреть вот по разделам, пока проект еще свежий, он бета-тестирование. Здесь много еще не работает, конечно, но вот, чтобы делать каждодневную квалификацию, вот заходим вот здесь, во второй раздел. Сейчас я увеличу. Заходим во второй раздел. Второй раздел меню вот здесь Tags. Нажимаем вот на эту раздел меню. Нас перебрасывает на такую страницу, где вот нам дают вот для просмотра на нашем статусе бронза, вот на моем, пока все заходят на статус бронза, вот просмотреть вот этих 10 объявлений. Я уже вот эти просмотрел, видите, здесь они уже засчитаны. Вот осталось 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы просмотреть, нажимаем кнопочку, вот ссылочку, и оно вот здесь показывает нам, что для старта нужно вот кликнуть по этой кнопочке. Кликаем по нее. И вот у нас идет отсчет 57, там 60 секунд. Ровно 60 секунд идет реклама. Вот ждем 60 секунд. Здесь, конечно, можно переводить на русский, посмотреть, походить, вот посмотреть, что здесь находится в нашем меню. Сейчас я сделаю нормальный экран. Вот, уменьшили. Вот так нужно ждать одну минуту, пока идет вот реклама. За каждую рекламку мы получаем 23 сантимуша. Евро сантимуша. Потом эти деньги вот мы сможем вывести на карточку. Вот видите, вот каждый раз показывает нам, сколько мы уже просмотрели за каждую рекламку 23, 0,23. Вот уже у меня загальная сумма доллар 15. Не евро сентимуша, а доллар. Да, вот сейчас кликаем следующую. И так вот за день мы должны просмотреть вот все эти, что нам предлагаются рекламы. Ну, конечно, я с вами не буду, не будете ждать. Сейчас я в конце уже покажу на последнюю. Итак, мне осталось вот, я уже 9-е, 8-е просмотрел, вернее, осталось вот последнее объявление. Проходим вниз и опять кликаем на линк. Вот, для того, чтобы посмотреть, нажимаем опять на старт.
Еще обращаю ваше внимание, если вы хотите что-то параллельно делать на компьютере, это не получится. Посмотрите, даже я перевод включаю, здесь уже 52 секунды прошло, я вот включаю перевод, оно, видите, все останавливается. Нажимаю опять, оно идет вот опять 60 секунд. Показать оригинал. Вот, если нажать, но здесь можно уже меню посмотреть, вот что вы, платежи, остатки, счета, моя сеть, вот где мы должны расставлять клиенту. Задачи, вот эту задачу как раз мы сейчас вот выполняем. Смотрите, показать оригинал нажимаю, опять сейчас остановится. Вот, а пошло. В оригинале, видите, идет. Вот, а когда переходим на другое куда-то, на другое окно или там на Skype, вот включаем, так оно сразу останавливается, и когда мы не смотрим, не открываем.